Чиновники мэрии проинспектировали состояние контейнерных площадок. Такие рейды теперь стали еженедельными. Поступает много жалоб и заявлений от жителей областного центра на грязь и неудовлетворительную работу коммунальщиков. Это площадка напротив 10-го дома на улице Колотилова. Здесь полный комплект. Навал веток, картона, ящиков. На площадку мусор выбрасывают и жители частного сектора. Крупногабаритные отходы складируют прямо на земле. Специальное ограждение рухнуло. Мусор лежит практически на дороге. Сейчас из-за того, что законодатель не прописал полную ответственность регоператора за вывоз мусора, навалы веток вынужден убирать город. Конкретно с этой площадкой придется попотеть. Навалы здесь образуются регулярно. Управляющим компаниям, вот те, которые обслуживают эту контейнерную площадку и организовали, выдадим предписание, чтобы они организовали отсек КГО. Подготовим материал и направим в Роспотребнадзор по ненадлежащему санитарно-эпидемиологическому содержанию.